Все, мои дорогие, открываю страничку, самую-самую лучшую для сегодняшнего нашего мероприятия. Вы не представляете, у нас про мой род, у нас сегодня родовые загрузки. Представляете, насколько это круто? Да, если вы согласны, то тогда пишите плюсик, если вы согласны на интеграции. Что сейчас будет? Вы сейчас будете сидеть с закрытыми глазами. Все, что я буду сейчас говорить, если вы согласны, мысленно про себя вы говорите «да», «согласна» или «согласен». И все интеграции будут произведены на уровень сознания, подсознания и бессознательного. Вашу жизнь на базовый уровень, генетический уровень, то есть ваши родовые структуры, на уровень души и на исторический коллективный уровень. История, то, что было в прошлых жизнях, воплощениях, в мировом в том числе масштабе, когда коллективного сознания будет меняться. И то, что было по воплощениям, по вашим, в том числе ваши родовые структуры, то есть ваши ДНК. Так. Итак, закрываем свои глазки. Интеграции на тему рода. Дышим ровно, глубоко, спокойно. Глубокий вдох, глубокий выдох. Глубокий вдох, глубокий выдох. Прямо сейчас будут произведены интеграции на уровень сознания, подсознания, бессознательного в каждого из вас, во все, чем вы являетесь, в прошлое, настоящее, будущее, на всех языках и диалектах, самым наилучшим, наивысшим образом, легко, просто, гармонично и безопасно для вас и всех, кто вас окружает, для ваших родных и близких. Такие интеграции, как «я – часть своего рода», «я – часть семьи, и это мое безусловное право от рождения». «Я позволяю себе жить своей жизнью и при этом остаюсь частью семьи, любимым и важным членом семьи и своего рода». «Я знаю, как чувствовать принятие и помощь моего рода». «Я знаю, что это возможно и безопасно – чувствовать свой род». «Я знаю, что достоин помощи своего рода». Я знаю, как принимать материнскую и отцовскую любовь. Я знаю, как жить, слушая себя, без необходимости слушать советы членов моей семьи или моего рода. Я знаю, как жить без чувства долга перед своим родом. Я знаю, как взаимодействовать со своим родом, представителями рода, семьи, из любви и благодарности. Я позволяю себе жить так, как хочется мне, без необходимости жить так же, как жили мои предки или члены моего рода. Я знаю, что значит мое место в моем роду по видению Создателя. Я знаю, где находится мое место в моем роду. Я знаю, как ощущается, что принимая себя взрослым, я получаю всю силу своего рода. Я знаю, как ощущается, что становясь самостоятельным, я получаю всю силу своего рода. Я знаю, что такое взаимопомощь в семье и что она есть и в моей семье, и возможно для меня. Я знаю, что такое взаимовыручка в семье, и что она есть и в моей семье, и, возможно, для меня безопасна. Я знаю, что такое атмосфера любви в семье, и что жить в атмосфере любви в семье – это безопасно и возможно для меня. Я знаю, что мне позволено, и я себе позволяю быть не похожим на членов моей семьи, моего рода, и при этом быть единым с ними. Я знаю, что мне позволено, и я себе позволяю быть ежесекундно в составе своего рода. Я знаю, как наилучшим образом просить род о помощи и поддержке и быть услышанным. Я знаю, как наилучшим образом выражать благодарность роду за его помощь и поддержку. Если вы согласны, мысленно про себя скажите «да», «согласен», «согласна».
И прямо сейчас эти интеграции будут загружены самым наилучшим, наивысшим образом, легко, просто, гармонично и безопасно в каждого из вас. И что вы знаете, как, каким образом это проявлять, жить своей обычной жизнью каждую секунду, каждое мгновение. И проявлять это без необходимости проходить обучение, получать опыт для того, чтобы это проявить в своей жизни. Что вы уже знаете, умеете и проявляете. Все эти знания, умения. И что вам разрешено, и вы сами себе разрешаете быть таким, с этими знаниями, умениями, навыками. Дышите глубже. Подумайте про себя. Я есть свой род. Я являюсь частью своего рода. И прямо сейчас мне позволено быть самим собой. Помните, что у каждого из нас есть свобода выбора, свобода воли. Быть таким, каким мы решим быть, хотим быть, проявляться. И при этом быть в системе родовой, без необходимости отказываться от нее, чтобы проявлять свою свободу. Сделайте глубокий вдох, выдох и откройте свои глазки.